like to tell. Я не знаю, что не надо. Выборы, выборы, выборы. А у меня бесплатный этот, как мне дали? Бесплатное место для статьи. Ну, жалоб, да. У кого? А ты? Нет, у кого? А хлеба? А чего тут во сколько? 9:40, вот, ждали все. Нет, говорит, зала, вот, пошли в кабинет. Вообще не было. Ну, нет. Пошли, наверх, у нас кабинет куда-то. О, весь ты, круто, ну, вообще же, ну. Можно вы пройдете? Не знаю, не знаю. Так. Так, 4 число у нас. Вот, идем. 4 число, 14, 9, 14. В отражении на скеплении. А кто? А, понятно. Сейчас, кто? Ну, ё-моё. Я даже ничего не смогу. Быстро. Вот кабинет направляется. Это. Калиулин, извините. Калиулин. Есть, полез, все, сейчас момент, только будет, пока не ясно. Кабинет сказали, на порядке. Ну, предварительный кабинет, да. Они должны быть в курсе всего. Всегда будет я же каждый. Прописка нет? По паспорту есть вообще? Ну, пока еще есть, когда 56 год. Безработный. Ну, это само собой. Просто. Другого. Это можно даже на всех листах заранее написать. Ага, спасибо. Понятно. Вопрос руки. Вопрос руки. И это правильно. Техосмотр. Надо профилактику обязательно. Да, отчета нету, да, вот комиссии, да, из редакции. Они не хотят? Может быть, не делается. Ну, будем хотеть. Приводим. Да, вот как раз. Это они еще привлечут. Да. Надо ее сейчас бегать до Белого дома и привести редакцию избирательной комиссии. А мы не собираемся. Да. Пожалуйста. Правила поведения. Суди, не бить. Ни в коем случае. Вот, наверное, скорее всего. Прокурору тоже. Ага. Не трогать руками. Что это на растерзание отдали молодую девушку? Это что такое? Ну, скорее всего, внешний. Скорее всего, внешний вид обманчив. Да. Ну да, 9:46, еще мы ждем. Да нет, нет, вот. Мы между собой. Не смешно. Красавица. Он не так смешно. Нет, это я вспомнил в армии. Вот как мы стекло, зеркало вот чистили. Помню.
Ну да. Здравствуйте. Так, я немного там сюда. Потому как не обеспечили нам нормальные условия, видимо. Судебное рассмотрение. Ущемлены в этом Нет, в качестве свидетеля. Я хочу было. Да, совершенно верно. У него сейчас. Ну вот как раз мы и выясним, что. Ну я желаю, это сейчас предъявлять не хочу сейчас на данном этапе. Я хочу, чтобы в процессе рассмотрения дела по существу заслушали свидетеля. Буквально, вот понимаете, мне всучили. Не вручили, а какой там? Вот я вот, мне всучили. Вот, возьмите. Когда подумался, нет, вверх. Я, у меня вопрос. С кем я имею честь общаться вот здесь? Участок по делу прокурор Платова. Удостоверение можно я лицезрить? Ваше. Да, безусловно. Кажется. Дело рассматривается судьей Халиуллиным, протокол идет секретарь Ерофеева. Вы заявите там заявление ходатайства по переданию. Что-то на должность помощник. Сейчас минуточку. Да, спасибо. В таких условиях мы вынуждены, скажем так, сегодня рассматривать мое обращение в суд. Да, видимо, обращений много в суд и много в кабинете. Первое. Заявление сервиса секретариат я принес о том, что информирую всех участников процесса. Принять решение, что я провожу аудиозапись для того, чтобы занести протокол судебного заседания. И в последующем я намерен использовать его в качестве доказательства, как гарантированно 35-я статья Гражданского процессуального кодекса. Первое. Ну, второе. Да. Опять же, через секретариат я принес заявление об отводе, заявление о преступлении со стороны Халиуллина Альфреда Даниловича в отношении меня и в отношении неопределенного особого лица. Я обоснованно и мотивированно обвинял и обвиняю Халиуллина Альфреда Даниловича в преступлении в отношении как меня, так и неопределенного круга лиц
по возбужденному уголовному делу номер 142-492 и по другим преступлениям, изложенным мною как в средствах массовой информации, так и по всем судебным делам с моим участием. В данный момент очевидно факт, что преступления совершались и совершаются под руководством представителя Горного Лисского районного суда Республики Мрел, Малышева и Полита Михайловича. Халиуллин, находясь в подчинении, является покорным исполнителем преступных указаний Малышева и Давыдова, чем подтверждается участие в преступлении. Малышев является биологическим отцом дочери Миловидовой, мировой судей судебного участка номер 21 Горного Лисского судебного района Республики Мрел Миловидовой. Есть тому доказательства. Миловидова находится прямо в подчинении от мужа Малышева и Полита Николаевича, который протекционирует жену по службе. Горномырийском районном суде сформировалась устойчивая преступная группа под руководством представителя Горномырийского районного суда Малышева и Полита Николаевича. Миловидова и Толстов, бывший работник Горномырийской мировой прокуратуры, ныне адвокат, являются родственниками. Малышев является родственником через Миловидова Толстову, бывшему Горномырийскому межрайонному прокурору, ныне адвокатом. Малышев и Толстов участвуют в судебных процессах уголовных, гражданских, административных и принимают себе угодные решения. Миловидов и Толстов участвуют в рассмотрении судебных дел уголовных, гражданских, административных и принимают себе угодные решения. При этом Малышев контролирует и руководит за происходящим преступлением. Председатель Горномырийского районного суда Малышев и председатель Верховного суда Республики Мрел Давыдов являются родственниками. Следовательно, Давыдов контролирует и руководит за всеми преступлениями, совершаемыми его родственниками. Во всех указанных преступлениях пассивное и активное участие принимал и принимает Халиуллин. Изложенные преступные факты подтвердил сам Малышев письменно в рамках дела номер 3/10/22 в порядке УПК РФ, отказавшись от своего заявления. Миловидова снялась по материалу проверки номер 81 ПР-12 и сама письменно подтвердила совершаемые ими преступления. Мои видеообращения, видео заявления о преступлении я опубликовал в сети, в интернете, в Ютубе, на моем канале Георгий Кузнецов. Ссылка указанная мной. Следовательно, Халиуллин по закону не может рассматривать дела и принимать решения от имени государства, пока его вина не будет оправдана объединенным органом, то есть должностными лицами Следственного комитета. Порядок гражданского производства в федеральных судах общей юрисдикции определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом о судебной системе Российской Федерации, настоящим кодексом и принимаемым в соответствии с другим федеральным законом. Информирую, что я буду использовать технические средства об зависимости для фиксации процесса рассмотрения дела. Статья 47 Конституции закреплен один из важнейших принципов судопроизводства, согласно которому никто не может быть лишен на рассмотрение его дела в том суде и тем суде, подсудности которых оно не вменено законом. Данное конституционное положение соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права об обеспечении непредвзятого и объективного правосудия. В соответствии с статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод по 4 ноября 2010 года, статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, каждый при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого дела имеет право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Закрепление законодательства процессуального института и института отвода судей по рассматриваемым ими делам направлено прежде всего на исключение предвзятости и судей в разрешении конкретного правового спора и вынесение справедливого решения по делу. В современных условиях вопрос о совершенствовании норм об основаниях отводов судопроизводства приобретает особое значение, так как он связан с комплексом антикоррупционных мер, предложенных руководством страны. С этой точки зрения, нормы законодательства об отводах одновременно должна оказывать в целом и антикоррупционное влияние. В статьях 61 УПК, статьях 16 УПК, статьях 25.12 и 29.2 КОАП изложены данные обстоятельства. По требованию действующего законодательства, по территориальной судителей город Казмянска, Горномырийского района, и я в том числе вынужден обращаться со всеми требованиями и Горномырийского района суда Республики Мрел. Своих заявлений жалоб 2011 года я указал на факты, ответствующие об активной участии судей Республики Мрел в преступном сообществе под руководством представителей судов Республики Мрел и просил рассмотреть дело передать на рассмотрение за пределы Республики Мрел. Но тем не менее, на все бесспорные доказательства преступления со стороны преступника, представителя Горномырийского районного суда Малышева и Полита Михайловича, подчиненные суды остаются выполнять преступные указания руководителя. И осознанно принимает преступное решение по делам с моим участием, тем самым подтверждает об участии в преступном сообществе.
право на солидарную защиту, относится к основным неотчуждимым правам и свободам, одновременно выступать гарантией всех других прав и свобод. В силу статьи 56, часть 3 Конституции Российской Федерации, оно не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах. Право на судебную защиту предполагает конкретные гарантии эффективного восстановления прав посредством правосудия, отвечающие требованиям справедливости. И статьи 46 Конституции следует, что конституционное право на защиту – это не только право на обращение в суд, но и возможность получения реальной судебной защиты в форме восстановления нарушенных прав и свобод в соответствии с законодательно закрепленным критерием избежать правовой неопределенности. Цитата из постановления Конституционного суда Российской Федерации 9 июня 2011 года 12-п. Согласно Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решение действия и бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Кстати, я тоже считаю, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем суде, по сути которого оно отнесено законом. Право на судебную защиту, равно как и его необходимость составляющего, право на законный суд, вытекающее из предписания статьи 46 Конституции, закреплены также Международным пактом о гражданских и политических правах, и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которыми каждый при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого определенного ему обвинения имеет право на справедливо публично разбирается дело в разумных сроках компетентного беспристрастного судом, тоже на основе закона. По смыслу приведенного положения Конституции Российской Федерации и международных правовых актов, являющихся в силу статьи 15.17 Конституции, составной частью правовой системы Российской Федерации право каждого на судебную защиту, обеспечиваемым путем рассмотрения его дела законным, независимым, беспристрастным судом. Означает, в частности, что рассмотрение дела должно остаться не произвольным образом, а законно установленным законом. То есть судом, компетенция которого по рассмотрению данного дела определяется на основании закрепленного в законе инквизитерии, которые в нормативной форме в виде общего правила заранее, то есть до возникновения спора или иного правового конфликта, а также до вынесения любого судебного решения, связанного с ограничением прав и свобод человека и гражданина, предопределяет, в каждом суде подлежит рассмотрение то или иное дело, а также в каких случаях и в каком порядке допустимы изменения подсудности. Иное не позволило бы суду, а также сторонами других другим участникам процесса избежать неопределенности в этом вопросе, приводило бы необходимое устранение ее посредством принятия правоприменительного решения, то есть на основе дискреции правоприменения применительного органа или должностного лица, и тем самым определить подсудность дела уже не на основании закона. По основе статьи 10.18.118 Конституции Российской Федерации. Вы вот для чего читаете? Я подсудность. Вы хотите мне заявить отвод или что? Отвод заявляю. Ну я же. Вы цитируете какие-то подсудности, что-то преступное. Отвод судья заявляете, основание конкретное укажите. Вы почему суду не доверяете? Вы преступник. Раз, второе основание. Вы уже рассматривали дело. По заявлению в отношении меня представляете. Давайте запишем протокол. Два, что вы так орете на меня? Вы нормально ведите участие в разу. Да, что так, так. Извините, пожалуйста, будьте любезны. Пожалуйста, в протокол занесите предупреждение за нарушение порядка судебного заседания. А вы в кабинете скажите лучше. Так, не зал судебного заседания. Предупреждается, что в случае повторного нарушения будет удален из зала судебного заседания. Значит, какой крутой? Значит, первое основание. Алло. Георгий Александрович, послушайте. Так, протокол, пожалуйста. Заявитель удаляется из зала судебного заседания в связи с повторным нарушением порядка судебного заседания. Крутой перец. До свидания. Что вы? Вы лишаете меня? Пожалуйста, выведите. А я ухожу. До свидания. Таким крутым человеком, чтобы сидеть? Крутой перец. Так, Георгий Александрович. Чего? А еще я сказал? Выражаться. А что я сказал-то? А он такой... Удалитесь из зала. Он же сам его признает, что я, говорит, преступник. Я ухожу. Так, 10 часов, 01 минута. Выгоняет меня Благов Александр Юрьевич. Платова сидит, и глаза вкусил. Вас удаляет. Удаляет? Все, Георгий Александрович, попрошу вас. Ты хороший человек. Да, меня удалили. Удалили? Да. Ну что это делать? Да. 10 часов на 1 минуту. Не слышал тут шума. Я обоснованно сказал претензии, преступником назвал.
голос начал повышать. Я говорю, что повышать голос? Да, замечание. Что здесь? Дело будет отложено. Отложено? Так, совещание, это хорошо. Я понял. Сейчас 10 часов, 2 минуты. Мне не от Благова Александра Юрьевича стало известно, что якобы отложено. Да. Юрий Александрович, у нас удален. А что я сказал? Удалился же я. Закон о требованиях. Кабинет. Нормально. Процесс идет нормально. Нормально идет. Не нужен нам направление. Сегодня об этом будет репортаж. А Саня Юрьевич будет там запечатлен? Да. А можно? Да, смотрите. Это он меня вызвал. Вчера мы с ним сюда... Вадим Васильевич, я вам официально заявляю, я не даю... Вы должны смотреть. А вы никогда не спрашиваете. То есть, если моя... Это вы потом будете размещена где-либо... А там газете есть уже, что вы ходите, уже выбиваете деньги у простых людей. У кого? Да? У Лага? Он есть. Негодяй. Так, Юрий, сейчас этот разговор может продолжиться. Вот уже угроза. Александр Владимирович, куда же вы? Куда? Нет, я вам официально заявляю. Вот на поле герба со стороны спины. Ну, вы не с аккаунтом. Он так вот может меня что-то говорить. Хорошо, так можно. Вы так разрешили. Ну, так записал? Да, я записал. Хорошо. Все, спасибо. Все. Вот поворачивайся, чик-чик еще раз. Процесс идет нормально. Так что, он в 2011 году, такие же действия был. Говорят, у кандидата Шевателяна тоже судимость. У кого? У кандидата Единой России тоже судимость. Но он этого не указал. И говорят, что МВД республики не предоставил таких данных. Нет, ну говорят, говорить... А я и говорю, что говорят. Да, но... Из источников достоверно. Если убрали из базы... База никак не изнурочена. Ну, все может быть. Я сейчас объясню. Конкретный случай, по налогам. Это не такая птица, ради которой... Но у этой птицы такие деньги, что иногда будет. По налогам. Пришел мне налог, значит, очень большой, за керосинку. Я пошел разбираться, я говорю, а что большой-то? Да вот как магазин. Я говорю, слушайте, это уже не магазин, вот с такого числа, как свидетельство, уже не на магазин, а на жилой дом. Да, ну сейчас уберем. Убрали. Чего ты делаешь? Не будет больше налога. Через какое-то время приходит. Прихожу опять. Самолично берут? Да. Без всяких оснований? Ну, в общем, не знаю, как они. В связи с чем? Случилось? Привлекается. О, блин, а что не озвучивается мне? А третье лицо-то кто? А? А, газета, да, 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 да. Ну, а что, они даже не были защищены, что ли? Чтобы не успел вступить закон решил. Да, вот это и хотят делать, да. Я раньше никогда не такого не было. Не откладывал, ничего, закладывал. А тут сроки. Короче говоря, в Владе бывают такие чудеса. Там предъявитель, вот оттуда. Чего? Предъявитель? Мы работаем. Но мы видим. Мы же не отрицаем. Не вмешивайте. Мы даже уважительно относимся, что вы здесь. А, еще как. Ждите наш порядок. Конечно. Потому что, да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно.
Вроде бы, да, но зависит. Да. Я за него. Конечно, конечно, конечно. Ой, я знаю, что вы так и трепетно относитесь. Да, потому что отвод надо брать. Да, 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 давай, давай, давай. Все дороги ведут в Рим? Да, все дороги. Если это Рим, то... Еще не было. Что это тут какой сидит? Не свои ноги стал, да? Федор Ильич, всегда так нормально было, а сейчас он начал грозаться. Что, назревает, да, вот что-то? Восьмого? Не могу. Я полусут. Я вас обещаю. А, ну ладно. Блин, специально ведь делаете. Специально знали, что у меня верхом суд. Да. Сегодня у нас третья? Или какой? Лично. А валерьянку не надо принести? Вообще за ночью? Не надо, ну? Ну, утро. Ну, я чую, у меня восьмого, блин, верхом суде. Постоянно его. Николаевна, а нельзя узнать? Решение? Привлекаем вообще там. Я понял. Понятно. Ну, я думал, уже привлекли. Ладно. Даже я не считал. Нельзя узнать мою вчерашнюю ходатайство в Сырде Хлюне, может быть, уже... Передано, но я не знаю. Пока я здесь, я получу, посмотрим, что будет. Вам, знаете, Ты все взял? Так, Владимир Васильевич, пойдем, пошли. Юрий Александрович, вы сейчас будете привлечены к административной ответственности по статье 17.3, часть 1. Так, сейчас паспорт пока лежит здесь. Что здесь записано у нас? Ага, 9.5. Вот это закончилось? Ну, я с ним. Нет, это закончилось. Да? Ой, Юрий Иванович. Калиулина, да? Да? Я с ним был вместе. Ну ладно, подожди, подожди. Ты не желаешь меня качать? Подожди. Ну, ладно, подожди. Вот так. Подожди. Объяснение возьмем, да? Кончик возьмем. Так, 10-12 минут. Благо Хурсян Юрьевич пытается на меня составить протокол. Я в конвойке.
Саша, да. Ты откуда тут? Меня тоже? Да. Вон, пойдем. Пойдем, пойдем. Стол накрыт. Все нормально. Стол закрыт. Могу присесть? Папка на заднем сиденье, найди, пожалуйста. Сентября 2014 года, время 10 часов, 14 минут. Я знаю, какое-то помещение я притащил, Влад Гольсенович. Поздравляйте, Высоков. Давай. Не надо. Вы в сговоре с судьями, вопросов нету. Давайте. Георгий Александрович, вы сегодня в 9.45 находились на судебном заседании с свидетельством, которого был судья Халюлин. Присутствовали на судебном заседании? Ну да. Пожалуйста, вот вам бланк объяснения. Напишите собственноручно, пожалуйста, объяснительную о том, какое у вас было поведение и за что вы были удалены. Что вы были удалены из зала судебного заседания? Судьей Халиуллиной. Судебный 4, да? Да, 4 сентября. Так, 9000 часов. Ужас вставляет, я еще и весенницы не дал показать своих. Thank you.
Скажите, пожалуйста. Нет, Трифонов. Так, место работы? ИП. ИП Кузнецов, да? Доход какой месяц? Ноль. Не, ну как? Не имеете дохода? Административной ответственности привлекались в течение последнего года? Русским языком владеете? Нет. А со мной на каком языке разговариваете? На китайском. К сожалению, мне китайский не знаком. То есть в услугах переводчика не нуждаетесь? Есть необходимость участия защитника или представителя? Конечно, требую. Требую предоставить. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, можете пригласить. Предоставлю бесплатно. Бесплатного адвоката. Юрий Александрович, если у вас есть... Я требую предоставить мне бесплатного адвоката. Бесплатного адвоката? Будем решать вопрос. 10-14.
Так, вы задерживаете меня или как? Вы сейчас административно задерживаете. Вы протокол задержания, будьте любезны. А? Протокол задержания, будьте любезны. Нет, сейчас. Сейчас вы задержаны на 3 часа для составления административного. Вот задержание, протокол, будьте любезны. Именно вы говорите, задержаны на 3 часа. Будьте любезны, протокол задержания сделайте. Ну, по истечении 3 часов будет протокол задержания. То есть вы не желаете? Я сказал, что я не желаю. Нет, вы в объяснении укажите обстоятельства. Я не собираюсь перед кем-то отчитываться. Нет, ну... Будьте любезны. Вы составьте протокол, если на то пошло. Нет, но вы написали, Георгий Александрович, объяснение в соответствии со своим каким-то субъективным мнением. Ну, в отношении суда. Вы то же самое? Нет. Вот своему субъективному. Вы потому что присмыкаете вы перед судом. По факту... Не выполняете указания, преступные указания судьи. Вы по факту совершаете... Вот, давайте не будем вас привлекать. Поступка. Напишите, по какой причине вы были... Вы требовать, знаете, что будете у кого-нибудь? Ну, составьте протокол, если на то пошло, так? И все. Выполните свои должностные обязательства, которые Халиуллин вам дал указание. Если вы присмыкаетесь перед ними, будьте любезны, присмыкайтесь дальше. Но меня не впутывайте в это дело. Хорошо? Если вы так считаете. Да, я считаю. И копии протоколов, и вот это заявление мне предоставьте, пожалуйста. Я удалюсь. У вас шаблон имеется, да, там? Уже. Нет, протокол 0.07 какой-то. Видите, тут явно видно, что по указанию, по шаблону, который... Не надо мне тут это самое показывать. Протокол, из протокола выписываете все. Вот. То есть на поток поставлена эта система. И пальцы гнете. Проток людей уже не считайте людьми.
уеду в контору, я закрыл. У вас же гражданское, да, было дело-то? Я знаю. Георгий Александрович. Не, ну вы и сом-то по какому делу были? По гражданскому? Не знаю. Вы сами не знаете? Нет. Thank you.
Юрий Александрович, объяснение будете? Другие давать. Нет. Понял, пишу. Я же не отказываюсь. Нет, просто вы можете дать объяснение письменное здесь, а мы здесь укажем, что объяснение прилагается такое-то, такое-то числа. Я не отказываюсь. То есть, нет, ну просто-напросто здесь в объяснении по факту вашего нарушения вы ничего не указали. Будьте любезны, давайте не будем предрешать. Я сам имею право. Своим правом. Юрий Александрович, перед тем, как вы будете давать объяснение в письменном виде на данный протокол, я разъясняю вам права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса об административных нарушениях, а также ваши права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, на основании которой вы имеете право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга, если вам родственников, группа тоже определяется федеральным законом. Также перед... Ну все, в принципе, вопросы есть у вас? Нет. Сейчас попрошу вас здесь для объяснения, напишите. Нет, протоколом я вас пока не знакомлю. Вы сейчас объяснение готовы давать в письменном виде? Вы явно не слышите. Видите, я плохо говорю, видимо. Не требую. Переводчик мне нужен тогда. Видите, требую переводчик. Мне нужен. Нужен переводчик. Лишили права. Право на... Право. Гарантированное. Ну, согласитесь, я же требовал. Вы гражданин Российской Федерации. Вы же не слышите. А? Вы же не слышите. Вы не понимаете. И, вот видите, значит, я плохо говорю. Мне нужен переводчик, значит. Так, я попрошу вас, мне надо... Подождите. Сейчас я... Вы прекрасно понимаете. Георгий Александрович, все замечания к протоколу вы можете указать в объяснении. Не надо в протоколе ничего записывать. Будьте любезны, извините, не надо... Георгий Александрович. Так, вы протокол положите, Георгий Александрович. Будьте любезны, я напишу. Георгий Александрович, вы не являетесь тем должностным лицом, который вправе составлять административные протокола по статье 17.3. Поэтому... 10:49. Продолжение следует. Александр Юрьевич Платов тренируется на мне. 4 сентября. Юрий Александрович, дайте объяснение по обстоятельствам, по которым судья Халиуллин вас удалил из зала судебных заседаний. Вернее, процесс проводился в его кабинете. Который на тот момент являлся... А в чем я обвиняюсь? Нет, вы обстоятельства нет, просто... Вы, нет, в чем я обвиняюсь? Я вам сообщал, что вы привлекаетесь к административной ответственности по части 1 статьи 17.3. Неисполнение законного требования судьи. Нет, в чем я обвиняюсь? Вы не обвиняетесь, вы привлекаетесь. Ну нет, вас я... пока еще никто ни в чем не обвиняет. Владимир Васильевич просит вас машину выключить. Нет, извините. Я не прокурор, чтобы обвинять.
Алло. Здесь топли, да? Так, сейчас я посмотрю. Так, так. Сентименю, и мне прям на подпись поставил. Не согласен. Я реагирую свои права. Я смотрю, все отвожу. Какие могут быть еще свидетели по делу, кроме заинтересованных лиц? Ну, это же подпись. Написано собственноручно. Написано собственноручно, подпись, расшифровка. Алло, Наташ, ты? Алло, Наташ там? Слушай, у нее, ты мне подскажи, какие дела чисто, а? А у прокурора платы? Адрес прокуратуры Чернышевская. Ну вот узнай прямо сейчас, я просто протокол составляю. Да. Я в конвойке на Кузнецова составляю протокол.
Так. Знакомься, Георгий Александрович. Терпеть ничего не надо. Что, протокол? Я имею право внести замечание. Нет, замечание вы можете внести на отдельном объяснении, либо на отдельном листе. Не, не надо мне тут по ушам ходить. Вы не имеете права вносить изменения. Слушайте, да, так как вы не являетесь должностным лицом, я имею право составлять административный протокол. Сейчас. Так, вот здесь вот распишитесь. Я не прошу вас пока расписаться, потому что вы копию получили. Мое объяснение и протокол. Копию сделайте, пожалуйста. А зачем делать копию? Все, Халиурин? Доволен? Еще нормально все. Так, 1:04, он Халиурин улыбается, прошел, показывает свою заинтересованность и свое дело. На второй этаж у нас.
Значит, вручаем вам копию административного протокола об административном правонарушении. Так, здесь... Объяснение сделали? Копию? Пока нет. Так. Вот здесь, да? Да. Нет. Нарушитель нужно расписаться. И то, что копию получили. Я нарушу это. Я не нарушу это. Можете здесь назвать себя другим. Нет, я не нарушу это. Давайте не будем. Георгий Александрович, вы здесь распишитесь. А что? Нарушитель, законный представитель. Тут законный представитель. Нет, но вы можете себя назвать как хотите. Ну я же получаю, что вы вот сама. Нет, ну вот здесь вот вы даете объяснение гражданина, законного представителя. Вот. Гражданин, нарушитель. О. Ну, гражданин. 0, 10. Этих не было. Георгий Александрович. Не было вот этого. Извините, вы сейчас на данный момент. У вас есть копия протокола. Вы извините, можете... нет, вы в оригинале. Георгий Александрович, у вас есть копия протокола. Вы сейчас на данный вы имеете не право. Не надо мне тут обжаловать. Обжаловать. Вот здесь этих вещей не было. Таких не было. Нет. Руки уберите, пожалуйста, я. Георгий Александрович, вы фамилию свою поставьте. Руки нет. Уберите, пожалуйста. Нет, Георгий Александрович, вы. Слушайте. Георгий Александрович. Я в него. Вы не являетесь должностным лицом. Нет, подождите, я имею. Подождите. Я попросил вас не вносить своей рукой слова в графы, которые. Да вы что? Дайте сюда мне. Дайте мне сюда. Как не было? Вы хотите сказать, не было Ерофеевой там, Платовой. Дайте мне сюда. Вот эти все вещи, которые вы указали, как будто приложены. Ничего не было. Будьте любезны, я укажу. А там в ходе рассмотрения... Я вам вручаю копию протокола. А что, я не кричу, я возмущаюсь. Да вы что? Да. О, вы крутые вообще, я не знаю. Да нет, не положено. Так, номер протокола присвоен. 0217. Вы видите? Я еще сейчас слышу. Все, Юрий Михайлович. Объясните мне, дайте, пожалуйста, копию. Копию? Вашего объяснения? Нет. Вы что, не можете еще один? Я просто написать. Ладно, я могу вам дать, если вы так просите. Нет? Один. Ну, давайте пойдем. Что вы меня так смотрите? Давно не видели? Что это? Пуп-пуп.
Да. Нам надо ИП. Идем, где портами подправить. Он будет направлен в мировой суд. Присмотаешься, Александр Юрьевич? Далеко пойдешь? Георгий Александрович. И таким образом у нас поступает присмотающийся корреспондент. Собственно.